Лучший футболист страны 2017 года вернулся в брестское «Динамо», чтобы помочь команде выбраться из зоны вылета. Попутно экс-игрок национальной сборной не забывает отмечаться шедевральными голами. Один из них влетел в девятку ворот Минска в сентябре. Более того, в том матче именно Михаил своим голевым дублем помог брестчанам забрать 3 очка.